Ладно, я думаю, можно в целом прогуляться пойти и зайти кому-нибудь в гости еще. Это что такое? Это что такое? Это кто сюда поставил эти коробки? Я знаю, чьи-то коробки. Это, ребята, коробки Бокси Бун, но кто их сюда принес? Вот это вот вопрос, конечно. Ручки не крутятся, ничего не крутится. Все, короче, ничего не понятно. Так, может это Нубик или Фиалка? Кто-то принес сюда эти коробки из них. И так, ладно, сейчас сходим к Нубику, короче, и спросим, что за такие дела. Откуда у меня там появились коробки? Может быть, он знает что-нибудь? Идем через наш мост. Мы уже отстроили себе по новой все дома, ребята. Все у нас просто хорошо. Это дом Фиалки. Вон он там, кстати, ходит. А это дом Нубика. Вот такой вот замок земляной. Нубик! Алло! Что такое? Алло, ты дома? Слышишь, там это у меня эти какие-то коробки Бокси Бу. Это ты их принес или нет? Какие коробки Бокси Бу? Ну, синие такие, со звездочкой. Дружище, если ты мечтаешь получить новый iPhone, крутую машину, игровой компьютер или сердечко под комментарием, то прямо сейчас тебе нужно поставить лайк, написать в комментариях слово «хочу» и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик. 1, 2... Обязательно поставь лайк, напиши слово «хочу» и подпишись на канал. 3. Прямо сейчас посмотри на экран, и последняя цифра твоего лайка и есть приз, который ты получишь. Приятного просмотра! Нет. А откуда у меня там, блин, может... Эй, что с моим домом? Нифига себе! Там Бокси Бу стоит! А он еще не один! Что такое? Блин, капец! Дом! Дом подожгли, смотри! Леон, горит, блин, его лавой! А как? Они затопили мой дом лавой! Что за фигня? У меня там коробки стояли с Бокси Бу! Я думал, кто-то из вас не принес, а там уже Бокси Бу повылазили из них! Или что это такое? Офигеть, там вообще? Офигеть, блин, что за фигня? Там уже весь лес, кстати, горит еще. Ё-моё. Капец это... вообще. Это вообще очень плохо. Ё, что делать-то? Что? Нубик! Капец, фигня! Что? Что ты там? Ты что-то не выключил или что? Я ничего не выключал. Ой, все выключал. Офигеть. Ну и почему? Чё? Смотрите, там стены моего дома горят. Так, Фиалка, блин, у тебя с домом все нормально? У меня, да, вроде. Точно нормально? Надеюсь, да. Капец. Блин, и где мне теперь жить? Что нам делать вообще с этим? У меня теперь даже кровати нету. Ну, как ничего мы... страшного, что-то придумаем. Но а можно у тебя пожить будет? Да, пожалуйста. Да, у тебя можно? Да, у меня тут есть тоже кровать, а у тебя оставлю. Там уже стен даже нету, там все сгорело. Да нет, всё, там уже никак не потушишь. Так, давайте придумаем что-нибудь, что можно с ними сделать, так, а? Так, я вот здесь вот воткну, нифига, потом уберу. У тебя тут дом какой. Потом уберу. Тут нормально. Я старалась. Нормально так. А у меня теперь руины. И у Нубика тоже крадут. Да, и у меня, блин, придумаем, какой-то вообще. Надо решить это все. Так, ладно, что мы можем с этим совсем делом сделать? Надо как-то их выгнать оттуда, с наших руин дома. А как мы их выгоним? У нас что-то для этого есть? С собой нет, но есть тайник. А, ну вообще есть, да? Недалеко от моего дома. Но туда самая проблема будет добраться, потому что там стоят Бокси Бу. И вот теперь надо что-то с этим делом придумать, надо как-то туда пробраться. Ну смотрите, у меня есть броня, если хотите. Броня? Да. Вот. У тебя броня есть? Броня. Нифига себе. И яблоки золотые. Слушай, ого. Я возьму яблоки золотые, я броню не буду. Я думаю, выживу как-нибудь. Хорошо. Так, а я броню возьму. Так, я возьму потом броню в этом. В хранилище в своем. Давайте, значит, что, пошли, я покажу, где хранилище мое. Вот, вот там вот такие кусты. Где, ты где? И, ну, на выходе из дома. Ага. Вот там вот, короче, кусты такие, вон они. Вот там вот, вот за песком сразу такие эти высокие кусты. Вот, короче, вот там вот, туда надо бежать. Надо так, как-то... за песком высокие Фиалка, кусты. Ты идешь? Да, я готова. Погнали, короче, давайте сюда. Оп! За мной. Мы сейчас здесь сможем по краю, надеюсь, обойти. Если на нас никто не ополчится здесь, то все будет очень хорошо. Давайте тихонько. Ну-ка, пойдем. Крадемся сюда. Я иду. Оп. Идем вот так вот аккуратненько. Проходим. Пока Бокси Бу нас не видит. Ё-моё. Там вообще ничего от моего дома не осталось. Может быть, им не нравится, что ваши дома из алмаза и земли? Ребята, давайте. Да какого алмаза? У меня там ничего алмазного не было. Так, а ну-ка. У меня там были вообще доски и камень. Так, я здесь, Нубик, ты где там? Да я иду. Давай, аккуратно.
Все, смотрите, вот сюда ныряем. Ныряем вот так вот. Оп. Ого! Залазьте, залазьте сюда. Давай, давай, давай. Оп. Я лезу. Я даже не подумала, что здесь что-то есть. Ого! Все. Это, короче, мой тайник. Здесь сейфы со снаряжением. Берите, короче, снаряжение какое-нибудь. Вот. Ух ты, какая у тебя рация на рюкзаке. Нифига себе. Ага. Прикольно. О, бля, прикол, да. Так, давайте берем снаряжение. Я думаю, этого хватит, чтобы прогнать Бокси-Бу. Классно. Так, я снарядился. Берем, короче, сейчас еще патроны. И выбираемся из хранилища, короче, и будем пытаться их прогнать. Мы максимально снаряжены, короче, крутым снаряжением. Я надеюсь, сейчас что мы быстро сможем прогнать всех. Справимся. Да быстро. Давайте мы сейчас выбираемся. С ними справимся. Выбираемся. Ну-ка, вот сюда. Ну-ка. Нифига себе! Они повсюду! Мост еще горит, кстати. Фиалка, они возле твоего дома окружили все. Ой, это плохо, надо идти защищать быстрее. Ё-моё. Нифига себе, блин. Есть у кого-нибудь чем, чтобы зону помечать очищенную? Давайте дом Фиалки смотри, тогда, потому что он целый. У меня есть проволока, держи. Хорош. Так, короче, дом, который освободим, будем это, колючей проволокой обставлять, чтобы туда никто не возвращался. Ну-ка, получай. Ну-ка, идите сюда. Давайте, погнали. Начинаем валить этих Бокси-Бу. Ну давай, сейчас кто тут в ближнем бою хочешь? Ну давай, давай. Сейчас я тебе покажу. Сейчас на я тебе. Тебе дам. На тебе. Вот сейчас, так на. Вот. Так, одного зарубил. Так, еще один пошел. Блин, целой толпы, блин. Нифига себе. Че вообще тут за жесть? Меня не выпускают с речки. Так, ну-ка давай, на тебе. На тебе, руби их, Фиалка. Так, на, так, на, есть. Получай. Так. Куда ты меня направляешь? Нифига там какая. Знаешь, говорю, я тут с толпой, блин, дерусь целой. О, в воде, кстати, с ними лучше бороться. Они не такие быстрые. Давай. Я, короче, сейчас тут их порастреливаю еще. Оп, с пистолетика нашего пулеметика-то. А, оп, сюда залазим. Готов, получаешь. По мордам. На тебе, по мордам. Давайте, освобождайте дом Фиалки. Ну-ка, так, есть, все так, здесь. Так, так, держи, вот так вот тебе плюху, на. Так, ставлю колючую проволоку вокруг здесь. Теперь ты пошел нафиг отсюда. Колючая проволока у нас уже здесь стоит. Фиалка, сзади колючая проволока, осторожно. Ой-ой-ой, ну-ка. Я даже не заметила. Давай. Разбираемся. Но он попался в колючую проволоку. Так, я на крыше, сходите, залазьте. Все, готов. Нубик, прости. Блин, капец, ну ты вообще. Нормально прилетело там. Оп, так. Здесь еще, смотрите, целая куча их. Так, сюда так, в воду а ну-ка. Прыгай. Хома. Где ты тут? Где-то. Вот здесь, а ну-ка, вот здесь. Ну-ка, давай. Опа, раз. Гаси. Оп, на тебе. Оп. На, получай. А, блин, сзади, да, вы решили напасть на меня? Я тут уже одного приколотил. Ну-ка, давай вот так вот. Я уже третьего добиваю. Капец, здесь сколько этих Бокси-Бу на нас напало, а? Что ж такое-то? Ты стоишь, иди к себе домой. Слышишь, это походу за то, что мы тогда выгнали их оттуда. Откуда? У тебя под домом, помнишь, было у тебя какой-то этот завод был какой-то с Бокси-Бу гигантским. Да пошли они бы нафиг. Давай, это, короче, иди ко мне, иди ко мне. Они, походу, разозлились и теперь решили вынести наши дома. Так. Все, здесь все заставим. Мне гадость на 4 удара с меча. На тебе. Давай. Руби их, Нубик. Капец, там возле твоего дома сколько еще? Фиалка, ты где? У тебя все целое в доме? Блин, долго придется с ними драться, но мы все равно их победим. Давайте. Выносим всех подряд. Так, давай. На тебе, на. На, и ты получай. Давай, Нубик, сейчас мы их вот так вот зарежем тут всех мечами. Мы с ними справимся. Опа, легко. Бам, так, получай. Так, на. Кто там, где на. Там? Фиалка, давай сюда. Выпрыгивай к нам сюда, да, тоже. Да, я иду. На тебе. Получай. Давайте, знаете что, давайте кучу насобираем сразу такую, и будем их сразу мечами гасить всех. Потому что там можно сразу несколько бить. Это будет какая-то фигня, мне кажется. Почему? Они нас вытолкают, блин, быстро. Да куда они вытолкают? Мы их сейчас в воду, короче, заманим. Давай, Нубик, собирай. Ну ладно, хорошо, давай. Сейчас я всю кучу соберу. Оп, тихо. Блин, да они мне не дают даже пройти, отстаньте от меня. Сейчас вам дам по вашим пружинам. Во, все, так, давай, так, веди так, их сюда, так, сюда так, их. Так, давай, вот так. Веду. В воду, вот здесь вода есть, давай сюда. Так, давай. Так. Сюда отводим. Вот отводим туда всех ты Бокси-Бу. Хочешь прям, да? Да. Ох ты, тут лавина из Бокси-Бу. Нифига, вот так, сюда заходим. Так. И давай, ныряем. Пошли. Давайте. Че вы, а? Слабо вам здесь с нами драться? Давай, вот сейчас мы их тут всех перефигачим. Да, блин, а? Нифига себе, сколько здесь Бокси-Бу, так, а? Так, а я сейчас этих буду подчищать. Давай, подчищай. Сзади можешь, если что, по нашим тоже гасить. Да, так, блин, давай, а? Давай, ну-ка, на тебе. Вы задолбали уже. На. Нубик, главное друг по другу не попасть в этой суматохе. Да, это точно. Здесь. Гасим. Смотри, я же сказал, хорошая идея, круто получается. Так, почти всех уже завалили. Так. На тебе.
На, ну, еще да, получай. Кстати, на самом деле, да. Ну, воду их чисто что загнали, блин, они на, тут особо не, это, не двигаются. Есть. На, этого тоже замочили. Так, последний. Все, готов. Фу, нифига себе, вот это, ну, мы, да, нормально. Это было неплохо, Фиалка, я согласен. Беги. Так, тихо. Беги. Ой, беги. За мной тоже идут. Так, получается. Тут. Все, до свидули. Все, мы так, освободили Нубика, еще да? Освободили, ну, или нет? Да, освободили. Сейчас ставлю колючую было проволоку бы, если здесь тоже. Если бы тут еще какой-то дом оставался, блин. Так, ничего, есть. Строим, ну, дом Фиалки целый. Так что сложно целом... отстроить. Переживать. Ну да. Оп, ну, нечего. Да. Где-то жить нам будет на первые дни. Все, я уже почти заставил, короче, колючей проволокой твой дом. Давай, да, хорошо. Это будет хоть какую-то защиту давать против этих боксибу, потому что изначально у нас защиты никакой не было. Наверное, да, в следующий раз... у нас вообще, раз, блин, защиты никакой не было. Надо будет что-то придумать. Все, осталось освободить мои руины. Офигеть, там целый мост был, и он, кстати, сгорел наполовину. Либо полностью. Офигеть. Нет, частично сгорел. Где мой меч? Давайте. Выносим боксибу этих. Ну-ка, так, на, а ну-ка тебе. Идите сюда. На, сейчас вот так вот критами всех, бам, на. Вот это прям, нифига, так, спокойно. Там, на. Блин, задолбали еще толкать. Задолбали. Бам, все, туда, еще бежит, иди, смотри. Иди сюда. Давай, гаси его, где он? На тебе. Вот он, на тебе. Еще бегут. Морду, на. Так, в воду его скинул, вот, смотри. Там, а ну-ка, давай, иди сюда. Давай, сейчас заталкиваем туда, вперед их проталкиваем. Ага, а в воде-то ничего не может сделать. Ну-ка, получай, так, буксибу. На тебе. Вы что, ну, меня в воду скинули. Нафиг. Где? А, блин, за мной прыгнул. Же скинули. На, так, в лодку сажусь. Сейчас я разворачиваюсь, еду на тот берег. Ну-ка, давай, сейчас сюда проезжаем. Вот так вот, хоба, все, вылезаю. И иду, так, гасить сюда, этих буксибу. Иди сюда. На тебе, получай, вот так вот, бам, сюда, хорошо, еще получай, ты, блин, слышишь, ты чё, самый так, сильный вот тут вот или давай, чё? Вот так. Давайте, ребята, разбираемся с ними, вот здесь еще чуть-чуть осталось. Ой, интересно, каких я уже завалил, блин? Вот эти коробки стоят. А, надо их уничтожить. Да, давай, надо прыжок, бам, просто, оп, есть, и последний вот здесь еще, на. Все, возле фиалки там еще парочка осталась их, ну-ка. Так, а ну-ка, о, ну-ка. В лаве, на, в лаве горишь. Так, это мой дом был, ребята, смотрите. Одна лестница осталась, ё-моё. Да это уж. Как, не, вообще, ну, понимать? Ну, кстати, смотри, я могу сюда пройти. Камень у меня сгорел. Эй, там еще два есть сзади. Еще два сзади? Здесь, ну, стен нету, ну, а так целом дом. Ну да, стены заново сделать, а так камень весь остался. Так, где здесь лодка была? Нет, Ля, лодки уже нет. В лодку сидит, ну вообще отлично, на тебе по рылу. Так, давай еще вот этого надо добить. Ну-ка, давай последний, это последний буксибу. Ну-ка, так, а ну-ка, иди сюда. Давай, иди ваншот. Иди сюда, на нафиг. Все, замочили всех, короче. Так, ты по мне не попадай, это фиалка. Оп, получается, мы освободили наши домики и то, что точно от них осталось. Точно всех убили? Ну, походу. Так, сейчас я еще у себя колючую проволоку поставлю, а то я не да, поставил. Давай, так. Ставь. Разворот вот сюда. Плывем на мою сторону эту. Блин, здесь лава, короче, еще шипит возле воды, нифига. Так, ставлю колючую проволоку. Надо как-то это все оградить на время, пока это будет все восстанавливаться. Так, сюда. Короче, ребята, вывод этой серии такой. Всегда делайте тайник с хорошим оружием. Да, на всякий точно. Пожарный. Потому что это может спасти вам жизнь, а возможно даже и дом. Вот эту фигню надо, короче... поубирать отсюда вот так вот все, чтобы оно позгорало. В лаву все. Просто. Бам! Все, вот так, да, и в лаву кидай его, да. Все здесь сгорело. Так, вот этот мы тоже заставим, короче, колючками. Вот. Всегда делайте тайник с хорошим оружием. Вот такая вот мораль этой серии. Ну, а надеюсь, вам понравилась эта серия. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно, как бы, этот колокольчик активируйте, да. Чтобы серии новые не пропускать. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот, фиалка и нубик, а также наши сгоревшие, взорванные и целый домик фиалки. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята! Пока-пока!